состоялось заселение двух многоквартирных домов по улице Упсунурская по программе переселения из аварийного жилья. Будущие новоселы смогут заехать в свои квартиры, как только дома будут переданы в республиканскую собственность. А чтобы граждане уже сейчас могли оформить договоры соцнайма, им переданы сертификаты на новое жилье. Счастливыми обладателями квартир в новых домах стали 70 семей. Из них 38 будут жить в доме номер 16, где 30 однокомнатных квартир и 8 двухквартирных. Общая площадь жилья составляет более 1000 квадратных метров. В доме номер 18 32 квартиры общей площадью 1092 квадратных метров. Из них 26 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Оба дома построены в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщают в Министерстве Республики, на днях также будут вручены сертификаты на новые квартиры будущим жильцам домов по улицам Московская 117, Упсунурская 24 и домов 30 и 32 по улице Дружбы. Жилье в них получат жители, проживающие в аварийных домах, расположенных на улицах Чехова, Семирадского, Паратурбинная, Лапсанчапа и переулка Медицинский.